Дорогие друзья, с вами канал ДТВ. Мы будем распаковывать этот блестящий стиль. Он продавался в ленте за 500 рублей. Вот такой вот. Давай будем распаковывать, наверное, с вот это вот место. Так, можно. Что за блестящий стиль? Это что такое? Не знаю, я еще. Это должно быть брелочек. Так, это брелочек, который ты должна сделать сама. Правильно я понимаю? Да. Сама. Угу. Даже ножнички тебя не спасают. Да. Они спасают. И с другой стороны. Наконец-то. Такое? Вот мы уже открыли. Давайте достанем. Здесь у нас единорог. А здесь есть инструкция, да, что? Как правильно это делать? Что входит в набор? И бумажка для рисования. Так. Собери коллекцию брелочков. Разные. Наклеечки на одежду. О, классные браслетики. Фото. Ну, давай раскрывай, что у нас там есть. У нас есть пух. Мы его должны заполнить вот это вот, как сказать. Это называется выкройка. И нитки специально для выкройки. Достань, что там у тебя еще есть? Еще есть блестящая штучка. Лист искусственной кожи, которую мы порежем. Будет хвостик. Еще есть вот это вот. Наверное, для хвоста. Вот сама выкройка. Опять-таки наши любимые стразики. Есть, наверное, хвост. Нет, Доминика, это не хвост. Вот хвост. Здесь у нас седло. Да, крутое. Еще у нас также, конечно, есть брелок. Крепление, да? Да. И всякие украшения, бусики. Так, ну что, понеслась. Пластиковые глазки мы должны вставить в единорога. Не в единорога, а в нашу выкройку. Да. Вот сюда. Пробуем. Пункт 1 мы сделали, мы прикрепили глазки. Пункт 2 мы вывернули выкройку. Сейчас будем ее решивать. В комплекте была и иголочка. И ниточки. Иголочка полностью безопасная, пластиковая. Вот тут Доминика, мы шьем вовсю. Шьется, в принципе, быстро. И, конечно, пластиковая иголка не очень удобна, но мы справимся. Мы тут уже зашили, но здесь мы не зашили, потому что, чтобы вывернуть и забить. Давайте попробуем как-нибудь вывернуть. Потихонечку, да? Выворачиваем. Да, потихоньку. На изнаночку. Для того, чтобы полностью вывернуть и все детальки встали как нужно. Мы вот пользовались палочкой, потому что по-другому очень тяжело. Особенно вот рог мы его так и не вытащили. Ну ладно, будем забивать. Ну как, получается? Не очень. Пока похоже на какую-то курочку. Ку-ку. Ожидание. Реальность. Наш единорог. И мы сейчас будем делать аксессуарчики. Так, тут мы все сшили непосредственно, да? Здесь пузико мы зашили. Что мы ему? Седло приклеили, оно на клейкой бумаге. Шикарный наш хвост порезали, как написано на рисунке. Номер 7. Теперь мы
делаем вот такую ему красоту. Вот, нужно вложить два цветочка, один на другой, и продеть их. Пробуем. Такой цветочек у нас получился. И мы его, наши лошадки, привяжем. Теперь что мы делаем? Мы должны взять клейкую ленту. Это все есть в наборе. Угу. Так, приклеиваем вот сюда. Так, давай. Она двусторонняя. Да? Так, клейкую ленту мы приклеили. Оп. Убираем. Все приклеилось, все, что можно. Так, ну а теперь вот все, как на картинке, делаем. Скручиваем хвостик. Опа. Опа. Вот такой хвостик. Для меня вообще абсолютно непонятно. Вот мы замечательно затянули. Но вот у нас вот никак здесь с металлическим креплением не сойдется. Безобразие. И вот после 1 500 000 попытки наконец-таки у нас это получилось. Ой, как это дети с этим будут справляться, я вот не знаю. Поехали дальше. Так, ну вот получается хвостик мы с вами прикрепили. Осталось еще 2 колечка. Одно пойдет колечко на сердечке. А второе на эти бусины. Вот что у нас должно будет получиться. Ну что, после долгих мучений, дум, что, куда, как и почему, потому что инструкция все-таки оказалась неполной, мы с Доминикой сделали вот такого очаровательного единорога. Конечно, ожидания и реальность отличаются, но как-то так. Самое главное, ребята, творите, уделяйте время своим детишкам, творите вместе, это замечательно и увлекательно. Но, наверное, да, цена набора 800 рублей, в ленте была акция 500, вот этого оно прям того прям совсем не стоит. Ну, счастливо!